Здравствуйте, дорогие зрители, а также привет тем, кто захватил все ключевые точки и победил в жарком сражении. А теперь готов олицезреть 233-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend от X-Games Game TV. На этой неделе в мире игр произошло не только много значимых событий, прокатилось слухов, появилось загадок и тайн, покрытых мраком, но и нашлось место очень интересным новостям. Вот, например, хотели бы узнать что-то интересное о Metro Exodus? Или какой будет новая часть Call of Duty? Вот некоторые осведомители все это знают и уже поделились большой порцией информации. Поэтому устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру. Главные новости из мира видеоигр в кратком анонсе. Вот что происходило на этой неделе. Свежие подробности о Metro Exodus. Call of Duty Black Ops 4 станет следующей частью франшизы. Масса интересных геймплейных деталей Red Dead Redemption 2 и многое другое. Разработчики шутера Metro Exodus продолжают делиться подробностями о своем грядущем проекте. На этот раз новая информация появилась на страницах свежего номера журнала Game Informer. Так стало известно, что открытого мира в игре не будет. Вместо этого пользователям предстоит путешествовать между коридорными и большими уровнями, площадь которых будет примерно равна 2 квадратным километрам. Поезд станет выполнять роль мобильной базы. В нем можно сменить экипировку или взять дополнительные задания, наградой за которые служат повышение боевого духа и полезные предметы. Аврора будет меняться по ходу прохождения игры, при этом ни один из членов экипажа не застрахован от смерти. Что касается оружия, то над ним трудится целая группа дизайнеров для того, чтобы все выглядело так, будто это действительно собирали из подручных средств. Появится возможность устанавливать на оружие различные модификации прямо на ходу, а отыскать их получится в особо опасных местах. На каждую пушку разрешается навешать до 5 улучшений. Кроме того, будет присутствовать крафтинг, а материалы для него станут новой валютой, заменив собой патроны. В путешествии по миру игроки столкнутся с новыми типами противников, среди которых как новые мутанты, так и религиозные фанатики, считающие высокие технологии причиной падения цивилизации. Также мы сможем увидеть в игре смену дня и ночи и времен года, однако последнее будет происходить по мере развития сюжета. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One предположительно осенью. Activision собирается вернуть нам знаменитую серию Call of Duty, и следующая часть получит название Black Ops 4. Эта информация уже получила официальное подтверждение. Как стало известно из финансового отчета Activision, именно студия Treyarch занимается разработкой новой игры, а значит, у фанатов есть все шансы увидеть Call of Duty Black Ops 4. К сожалению, подробностей о проекте пока мало, однако, судя по тенденции, анонс следующей части состоится весной. Действие проекта будет разворачиваться в современной эпохе и основываться на реализме, как это было с Modern Warfare, а следовательно, мы больше не увидим беганий по стенам и джетпаков. К такому решению разработчики пришли после выхода Infinite Warfare, а на фоне колоссального успеха Call of Duty WW2 они увидели возможность вернуть серию к своим истокам. Проект выйдет как на PC, Xbox One и PlayStation 4, так и на Switch. Учитывая популярность консоли, такой шаг разработчиков может оказаться вполне оправданным. Портированием новой части будет заниматься уже знакомая с франшизой студия, а сама версия игры будет включать несколько уникальных функций, среди которых управление движением и HD Rumble. Эту информацию касательно будущей знаменитой серии шутеров сообщил Маркус Селлерс. Являясь инсайдером игровой индустрии, он ранее уже сообщал различные подробности, которые оказались абсолютно точными. На неделе поклонников приключенческого вестерна Red Dead Redemption 2 порадовали огромным количеством новых подробностей о грядущем проекте. За основу была взята документация, попавшая в сеть еще в прошлом году. Пока все это не более чем слухи, хотя на первый взгляд подробности выглядят довольно заманчиво. Одним из самых интересных заявлений стало наличие в Red Dead Redemption 2 онлайн-сражений в таких режимах, как Revive and Survive, Money Grab и Королевская битва. Если с последней все понятно, то в двух других вам предстоит играть в захват флага, только вместо него фигурирует мешок с золотом, а также бой на выживание, в котором можно воскрешать своих союзников. Также игроки смогут путешествовать по онлайн-версии подобно той системе, что используется в GTA Online, и за достижения, заработанные в игре, полагаются специальные награды. Например, за убийство со 100 метров из лука вам полагается нечто ценное.
В онлайн-режиме вы сможете заняться разведением скота, рыбалкой и посетить золотые прииски. Для удобства даже появится мобильное приложение, в котором вы сможете сыграть в покер и заняться другими социальными активностями. Помимо этого, игроки смогут путешествовать по миру с помощью железных дорог, поезда при этом будут перевозить и других пассажиров. Вернется механика Dead Eye, а также будет вид как от первого, так и от третьего лица. Вы сможете допрашивать своих врагов, а также влиять на окончание квеста, выбирая тот или иной вариант действий. Выход RDR 2 состоится 26 октября. Также стало известно, что игру больше не перенесут. К слову, продажи GTA 5 уже перевалили за отметку в 90 миллионов. Коротко о главном. Серия платформов Crash Bandicoot знаменита во всем мире и имеет большую армию поклонников. Этим легко можно объяснить огромный успех выпущенного в прошлом году сборника ремейков первых трех частей франшизы, получившего название Crash Bandicoot Insane Trilogy. Как сообщает менеджер по лицензированию в торговой компании GBI, хорошие розничные продажи ремастера позволили команде Activision добиться невероятного успеха при минимальных маркетинговых затратах, а теперь издательство разработало для франшизы план на ближайшие 5 лет. Так, трилогия появится на ПК и Switch, однако подробности о дате выхода пока отсутствуют. Помимо этого, фанатов серии в 2019 году ждет новая игра о приключениях Крэша Бандикута. Разработчикам PUBG пришлось забанить более миллиона игроков с 1 января. И это далеко не предел, число нарушителей все еще продолжает расти. Такое положение дел привело к крайним мерам и запрещению различных сторонних программ. Например, пострадал популярный инструмент для постобработки ReShade. В блоге говорится, что новая механика защиты от читеров будет блокировать различные вспомогательные программы, которые каким-либо образом подключаются к игре и преобразуют ее файлы, изменяют графику или помогают в игровом процессе. Новая программа «Античит» уже начинает свою работу. До начала событий Outbreak в тактическом шутере Rainbow Six Siege остается еще месяц, но разработчики продолжают тизерить это новое совместное событие. В этот раз нам показали кинематографический трейлер, нам снова намекают на зомби-подобных врагов. В конце ролика Эш просит прислать ей на помощь еще оперативников. ПВЕ-задание станет доступно 6 марта и продлится до 3 апреля. В другом ролике она проводит брифинг для отряда оперативников. Покажут Outbreak и расскажут подробности геймплея на киберспортивном турнире Invitational 13 февраля. Нам предстоит сражаться против инфицированных паразитами людей, которые стали монстрами. Врагов будет 5 видов. Уничтожать их нужно будет на трех специальных картах. Игрокам будут доступны 2 уровня сложности. Разработчики Fortnite запустили новый временный режим «Стрельбище 1». Основной идеей было создание альтернативных баллистических моделей. Именно тестированию первого типа и посвящено данное мероприятие. А вместе с грядущим обновлением в игре появится совершенно новое оружие — арбалет. Главная его особенность заключается в том, что ему не нужны боеприпасы. Также Epic Games опубликовала статью о том, как технический персонал компании справляется с трудностями из-за высокого онлайна в шутере Fortnite. В пиковые часы одновременно на серверах игры находилось 3,4 миллиона игроков. Рекорд PUBG на данный момент составляет 3,2 миллиона. Стоит отметить, что, скорее всего, рекорд был поставлен сразу на трех платформах. Разработчики экшена Hunt Showdown из Crytek опубликовали предварительно рекомендуемые системные требования. Их первая цель — оптимизировать игру под данную конфигурацию. В дальнейшем они будут продолжать работать над производительностью, чтобы добиться плавного фреймрейта на более широком спектре оборудования. Требования у вас на экране. Разработчики предупреждают, что в будущем рекомендуемая конфигурация ПК будет изменена. Это рабочий вариант. Участники альфа-теста утверждают, что и на более мощных ПК у них были проблемы с производительностью. К моменту выхода игры в ранний доступ будет произведена оптимизация. Графические настройки будут расширены, дата раннего доступа все еще неизвестна. А наш первый взгляд на проект можно будет посмотреть на неделе. Официальный релиз RPG Pillars of Eternity 2 Deadfire должен состояться уже 3 апреля. Многие люди полагали, что в этот проект удастся поиграть только на ПК, но нам удалось разузнать довольно интересную информацию. В четвертом квартале этого года данная игра появится и на таких консолях, как PlayStation 4, Xbox One и Switch.
В Pillars of Eternity 2 Deadfire вам предстоит отправить свой корабль в опасную экспедицию через неизученный архипелаг. По словам разработчиков, игра построена на базе классической системы D&D и отличается значительной улучшенной графикой, углубленной игровой механикой и новым, самостоятельно созданным приключением, где принятые решения действительно имеют важное значение. Студия Восток Геймс в сотрудничестве с издательством Focus Home работают над новым проектом. В игре Fear the Wolves мы поучаствуем в еще одной королевской битве на просторах Чернобыльской зоны. Сотню игроков забрасывают в зону боевых действий, и они пытаются там выжить как волки-одиночки или же в компании с друзьями. Но в отличие от Fortnite и PUBG, опасаться здесь придется не только игроков, но и враждебной среды, ведь полем боя станет Чернобыльская зона. После высадки они могут найти защитное снаряжение, позволяющее забраться в загрязненные радиацией районы. Смена дня и ночи, а также различные погодные условия сделают каждый игровой сеанс не похожим на другие и заставят менять стратегии выживания. Свою лепту внесут опасные мутировавшие существа и радиационные аномалии. Шутер Fear the Wolves планируется выпустить в раннем доступе на PC, а до конца года игра должна выйти и на консолях. Ранее студия, состоящая из бывших разработчиков серии Stalker, выпустила онлайновый шутер Survarium. Компания Focus Home Interactive и Deck 13 анонсировали вторую часть экшен-RPG The Search. Проект уже находится в разработке, а его выход намечен на 2019 год как для ПК, так и для консолей. Как заявляют разработчики, в The Search 2 пользователи ждут более масштабные уровни с амбициозным дизайном, чего удалось добиться благодаря улучшенному движку. Новая система таргетинга, а также огромный арсенал из оружия, приемов и имплантов позволит добиться большего разнообразия в боевой системе, а сражения сделать еще зрелищнее. Помимо этого, игроки встретят множество разнообразных противников, включая боссов. Недавно на страницах форума Star Wars Battlefront 2 поклонники шутера представили свои вопросы команде разработчиков. Один из сотрудников DICE подтвердил, что в игре появится дополнение Clone Wars, а кастомизация персонажей уже в пути. Кроме того, авторы рассказали и о том, что в будущем в игре появится новый игровой режим Conquest. Пока разработчики не уверены, как новинка будет чувствовать себя в Star Wars Battlefront 2, однако сейчас ведутся работы по портированию Conquest в игру. Ранее именно этот режим был основным в первой и второй Star Wars Battlefront. Уже весной этого года пользователи PlayStation 4 и ПК смогут отправиться в незабываемое путешествие, полное тайн и опасностей. Приключенческий экшен Downward Spiral Horror Station перенесет вас на брошенный экипажем космический корабль. Основной особенностью проекта является развитие повествования. Так как в игре отсутствуют катсцены и диалоги, игрокам придется самим разбираться в том, что именно произошло с Хорусом. Для этого вам потребуется исследовать космическую станцию, а также проявлять изобретательность, чтобы связать все воедино. Помимо этого, вас будет поджидать неизвестная опасность. Благо, в распоряжении игрока будет внушительный список ремонтного оборудования, сварочные аппараты, болтометы, рельсовые пушки и другое. Компании Dontnod и Focus Home поведали об уникальности повествования, отличающей вампир от похожих проектов. По словам разработчиков, во время игрового процесса пользователи постоянно взаимодействуют со сложной системой развития истории. Сюжет сильно переплетается с другими геймплейными аспектами, такими как исследования, сражения, отношения главного героя с различными персонажами и многое другое. Это позволяет подстраивать окружающий мир под действия пользователей для того, чтобы показать все последствия принятых ими решений. Кроме того, была объявлена дата выхода «Вампир». Игра станет доступна 5 июня. Для того, чтобы освободить округ Хоуп от фанатиков и принести тем самым в штат Монтана демократию и свободу, пользователям экшена Far Cry 5 недостаточно просто взять в руки самую большую пушку. Вам потребуется организовать сопротивление, заручившись поддержкой недовольных происходящими событиями граждан. Именно с этими бойцами решили познакомить нас разработчики игры. Никрай — пилот, Джесс Блэк — охотница, Аделаида Друбман — королева вертолета с крупнокалиберными пулеметами. Грейс Армстронг — снайпер, пес Бумер когда-то был маленьким песиком, но сейчас он не пощадит ни одного плохого парня. Если вы думаете, что у культа еще остались шансы, то они ничтожно малы. Игра выйдет 27 марта на всех платформах.
Компания Ubisoft постоянно выпускает патчи и обновления для приключенческого экшена Assassin's Creed Origins. Так, игроков ожидает режим «Новая игра плюс», который будет открываться после прохождения сюжетной кампании. Кроме того, впереди новые сюжетные миссии, посвященные исследованию. Релиз следующего дополнения состоится 6 марта, и в нем вы сможете прокачать Байека до 55 уровня, а также пройти новое испытание богов. С 6 по 13 и с 20 по 27 февраля можно попытаться одолеть Сехмета, а также закупиться новым оружием. В магазине появится Eastern Dynasties Pack, а позже можно будет купить Undead Pack. Компания Ubisoft объявила, что шпионский боевик Splinter Cell Conviction стал доступен по программе обратной совместимости на консоли Xbox One. Conviction вышел в апреле 2010 года для Xbox 360 и PC. На момент выхода игру хвалили за стелс-механики и увлекательный сюжет. Сэм Фишер овладеет новыми смертоносными навыками элитного оперативника и получит доступ к высокотехнологичному оружию. И на этом 233-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend подходит к завершению. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Но кроме того, что бета-тест Metal Gear Survive пройдет на ПК 16 февраля, Assassin's Creed Origins взломали, а Twitch обновила часть своих правил, есть у нас еще одна важная новость. Релиз зомби-экшена Dying Light состоялся 3 года назад, и разработчики до сих пор не перестают добавлять в проект разнообразный контент. На днях компания Techland сообщила, что в феврале должен будет начаться ивент, который посвящен Дню Святого Валентина. Кроме того, в этом месяце выйдет бесплатное обновление, содержащее нововведение. И если верить разработчикам, в этом году нас ждут другие интересные анонсы. И на этой крайне обновляемой ноте у нас все. Как обычно, важные новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefistv.com. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами.